Ладно, ладно. Значит, смотрите. Да, значит, как это работает? У нас есть 4 счета. 4 счета, на которые мы можем что-то делать. Помимо этих сильных доль, 1, 2, 3, 4, у нас есть между ними слабые доли и. 1, и, 2, и, 3, и, 4, и. То есть у нас есть 8 ячеек для элементов, которые вы сами можете для себя придумать. Выглядит это примерно вот такой схемой. То есть у нас вот 8 ячеек, в которые мы с вами заполняли элементы. Элементы мы брали базовые. Шаг крестиком обозначали, как захотите, можете обозначать. Темп точкой. Темп – это подставка, нога без веса. Она может быть в сторону, она может быть вперед, куда угодно. И пауза. Пауза – это когда мы ничего не делаем. По этой схеме мы с вами пробовали наш первый футворк вот здесь. И мы заполняем шаг, тэп, шаг, пауза, шаг, тэп, шаг, шаг. Одно есть условие. Шагов, если вы работаете на 4 счета, должно быть нечетное количество. То есть одной строчке должно быть либо 1 крестик, либо 3 крестика, либо 5 крестиков, либо 7 крестиков. Все остальное как угодно. Единственное, что паузы на сильную долю лучше не ставить, хотя можно, но это будет намного сложнее. Поэтому лучше начните с более простых вариаций, очень много их, там больше сотен тысяч, поэтому у вас будет чем заняться. Хорошо. Какие еще элементы можно брать? Шаг. Шаг может быть как обычным шагом, перенос веса. Например, это может быть слайд. Это может быть, например, уход вниз на две ноги. Это может быть, я не знаю, прыжок. Может быть, прыжок в сторону, например. Раз, там, два, например, как-то так. То есть все, что вы придумаете. Темпы. Темпы могут быть также на месте, могут быть вперед, могут быть в сторону, могут быть назад. Это тоже база. Вы можете тоже попробовать что-то еще допридумать. Пауза. Паузу можно делать абсолютно что хотите. Можно добавлять волны, можно работать пластику, добавлять пластику тела, можно добавлять руки, если можно добавлять, я не знаю, там, таз. Все, что угодно в паузу можно делать, только шагать уже не нужно. Да, это я ногами ничего делать не нужно. Хорошо. Вроде бы все. Вроде бы все. Вот, пробуйте, заполняйте. Чем больше вы с этим работаете, тем лучше ноги будут работать и сами уже танцевать музыку. Все, вроде бы все. Вот. Спасибо. Спасибо большое.